Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики, подписчицы, случайные зрители. Если вы еще не подписались на наш канал, обязательно подписывайтесь. В этом выпуске мы поговорим об одной из разновидностей золотых рыбок – водяные глазки. Эта золотая рыбка, впрочем, как и другие золотые рыбки, относится к семейству карповых рыб. Такой необычной внешности в живой природе не встречается. Естественно, она выведена искусственным путем с помощью селекции. Глядя на эту рыбку, нетрудно догадаться, какой внешней особенностью обладает этот подвид золотых рыбок. Сильно выпуклые глаза имеют вид висящих по обе стороны головы мешочков. Самыми дорогими и ценными рыбками этого вида считаются те, которые имеют глаза, равные по величине собственного тела. При этом расти глаза начинают в возрасте старше 3-4 месяцев. Эти мешки наполнены жидкостью. Чтобы в этом убедиться, предлагаю вам посмотреть видеофрагмент вскрытия для микроскопии. Слабонервных и детей прошу отойти от своих экранов. Содержание этих рыб подразумевает достаточно большой объем. На одну рыбку желательный объем около 50 литров воды. В общем, в одном из видео уже говорили о таком приблизительном расчете объема на рыбку. На каждый сантиметр тела вместе с хвостом 1 литр воды. Однако золотые рыбки – исключение. На каждый сантиметр 2 литра воды. Это связано с большим у этих рыб выделением аммиака. В противном случае рыбка будет травить сама себя. Итак, максимальный размер водяных глазок 18 см, умножаем на 2, итого равно 36 литров воды, минимум. Замечу, что грунт, гроты, обогреватели и прочее литраж воды уменьшают. Именно по этой причине одной рыбке необходимо 50 литров воды. Но, как обычно, чем больше аквариум, тем лучше. Обязательно в аквариуме фильтрация и аэрация воды. Очень устойчивые водяные глазки к переменам температурного режима воды. Однако слишком теплую воду не любят. Оптимальная температура воды от 18 до 26 градусов. При этом жесткость воды должна составлять от 8 до 25. Обязательно подменивайте воду. Как уже говорил выше, все золотые рыбки и водяные глазки не исключение, выделяют большое количество аммиака. Желательно подменивать воду часто, но понемногу, по 15-30% от общего объема аквариума. Очень хорошо, если в аквариуме будут живые растения, они будут поглощать и перерабатывать аммиак, радовать водяных глазок, да и сам аквариум будет смотреться очень красиво. Однако, нужно помнить о том, что все золотые рыбки постоянно роют грунт в поисках пищи и забавы ради. Это значит, во-первых, что грунт должен быть не крупным, а во-вторых, растения должны обладать мощной корневой системой. Обязательно подпишитесь на наш канал. Плюс к этому очень желательно, чтобы все растения в аквариуме с водяными глазками были жестколистными. Что касается гротов, важным условием является отсутствие острых углов, дабы не повредить мешочки водяных глазок. Если вдруг мешочек поврежден, не стоит сильно переживать. Как правило, такая ранка достаточно быстро заживает. Кормление. Едят все, что дадут. Но не забывайте о том, что корм должен приносить пользу, а для этого необходимо давать растительную и белковую пищу помимо промышленных кормов. В качестве растительной пищи хорошо подойдут такие овощи, как брокколи, огурцы и листья салата, желательно измельченные до размера рта рыбки. В качестве белковой необходимо давать живые и замороженные корма. Чаще всего используют мотыля. О нем вы можете найти видео на нашем канале в плейлисте «Корма и кормление».
В качестве промышленных покупных кормов необходимо давать гранулированный донный корм. Часто на прилавках в зоомагазинах встречаются хлопья для золотых рыб или чипсы. Но, увы, порекомендовать я их не могу из-за особенностей пищеварительной системы этих рыб. Все дело в том, что хлопья и чипсы долгое время не тонут и находятся на поверхности воды. Захватывая с поверхности воды корм, рыбка непроизвольно захватывает и воздух, что в дальнейшем, естественно, не сразу, очень пагубно влияет на организм золотой рыбки. Чтобы убедиться в том, что золотым рыбкам не свойственно есть корм с поверхности воды, достаточно просто понаблюдать за ее поведением, ведь они большую часть времени ковыряются в грунте. Именно среди грунта они ищут пищу. В разведении непростые. Первое, что для этого понадобится, это нерестовик, минимум на 30 литров. Второе, очень желательно, чтобы в нем был очень мелкий грунт или вовсе песок. Третье, мелколистные растения. Четвертое, нагреватель. Помимо этого, водяные глазки должны быть минимум в возрасте от 2 до 3 лет. На одну самку подбирают 2-3 самцов. При этом важно, чтобы форма глаз и их величина была примерно одинаковой. Как только все эти условия соблюдены, самцов и самку рассаживают отдельно на пару недель. В это время желательно обильно кормить белковой пищей. После такого содержания рыб саживают нерестовик и в течение нескольких дней поднимают температуру до 26 градусов. Таким образом происходит стимуляция нереста. Эффективность определяют по поведению самцов. Они должны быть очень активны по отношению к самке, гоняя ее по всему аквариуму. Благодаря этому самка мечет икру. Как правило, на дне аквариума после этих танцев находится около 10 тысяч икринок. Самку и самцов после нереста необходимо удалить. В целях профилактики можно добавить метиленовый синий. После проклевывания мальков вскармливают либо специальными кормами для выращивания мальков, либо живой пылью. Кормят 4-5 раз в день. Небольшими порциями. Как правило, большая часть малышей погибает, так что рассчитывать на то, что у вас появится 10 тысяч рыб, не стоит. Выживают сильнейшие. На этом видео подошло к концу. Если вам понравилось это видео, ставьте палец вверх. Всего вам доброго и до новых встреч. До свидания.